дорожньо-транспортні пригоди трапляються дуже часто. Ми майже кожного дня зіштовхуємося з цими проблемами. Що ж треба робити, як захистити себе та не перетворити ДТП на ще більшу проблему? Саме з цим питанням звертаємось до адвоката Альберта Шепелєва. Доброго дня. Рада вас бачити сьогодні, пане Альберте. З приводу ДТП і взагалі тих ситуацій, які постійно у нашому місті, будемо говорити про нього, про нашу область, стаються, то як ви думаєте, чому їх така велика кількість? Ну, як може бути, якщо це раніше було, автомобіль був розкошю. Це, так говориться, считані люди володіли автомобілем. А тепер, як говориться, потім було, автомобіль був средством передвіження, стали, як говориться, в основному передвігатися автомобілями, а сьогодні автомобіль – це, как его назвать, даже сложно сразу сказать, но это как враг становится врагом, потому что огромное количество людей гибнет в результате дорожно-транспортных происшествий. Ну, нарушения, конечно, идут, но при таком количестве, вы же понимаете, сейчас я не могу даже называть цифры, сколько каждый знает, перейти дорогу очень сложно. Притом делаются автомобили, надо сказать. Угу. Вы же понимаете, там 3 секунды набирается скорость 100, до 100 км в час. Ведь человек, даже сложно ему сориентироваться, когда переходит. Это создает трудность. Больше того, дороги, я думаю... Дороги у нас, так? А дороги взагалі... Дороги. Постійно ямка на ямці, і об'їжджаючи їх, теж можна потрапити в дуже погану ситуацію, незручну абсолютно. І гірше того, гинуть люди. Оце да, найгірше. Увеличується кількість транспорту, який йде в Україні. Ну, і от мені хочеться вспомнити всім, як говориться, знайомого нашого президента, который только единственный был 2 срока, Леонид Данилович Кучма, он в своей книге «После Майдана», которая вышла в 2008 году, он пишет о том, что Украину пересекут 4 коридора. И представьте себе, по этим коридорам в сутки должны проходить 20 тысяч автомобилей. 20 тысяч в сутки. Так? И минимальная скорость, как вы думаете, 120 км в час. Понимаете? Поэтому сейчас мы вот усовершенствуем дороги или делаем там БАМы, называем, покрытие и тому подобное. Ну, я хотел сказать о том, что это надо не только Украине, а это надо и Европе, потому что по этим дорогам, которые, я говорю, Украину пересекут 4 этих, как говорит Леонид Данилович, 4 коридора, 20 тысяч. Он соединяет, связывает, так сказать, и Финляндию, и Россию, и Польшу, и Румынию, и Грецию. Ну, пане Альберте, то справді було б зрозуміло, якщо б ми говорили про ті дороги, так, але ми зараз говоримо про ті наші міські дороги, так, де трапляється ще, мабуть, більше тих проблем, ось про які хочеться говорити кожного дня, тому що ці проблеми потрібно вирішувати. Конечно. І якщо людина потрапляє, наприклад, в дорожньо-транспортну пригоду, то вона вже повинна знати, який алгоритм дій їй потрібно виконати, щоб в цій ситуації бути, ну, хоча б захистити себе, так? Хоча б розуміти, що сталося, і знати, як діяти в тій ситуації. Так? От що треба, з чого треба почати? Я думаю, що ви правильно звертаєте увагу на цей, так сказати, момент. Я думаю, що найголовніше – це людину, так сказати, зосередоточитися, не, как говорится, не войти в панику, так? И, на мой взгляд, было бы правильно, если бы этот, так сказать, человека, с которым произошло это дорожно-транспортное происшествие, он пригласил адвоката. Участие адвоката намного способствует, так сказать, правильному, законному
рассмотрение, но, да, который бы смог и пока, обратить внимание уже теперь потерпевшего или даже этого человека, который попал в это дорожно-транспортное происшествие. Значит, для того, чтобы правильно сориентироваться, найти правильный выход из любого положения, надо находить, стараться и находить какой-то выход. Поэтому и вот этот момент приглашения адвоката, я думаю, будет обязательно способствовать улучшению. Пане Альберте, якщо, наприклад, ви бачите, ви є свідком, наприклад, тієї аварії, де втік хтось із винуватців, так, дорожньо-транспортної пригоди, що в такому випадку? Ми знаємо, є дуже багато прикладів, коли люди тікали, коли сталося щось, не знали, губилися. А бували такі от і справді злодії, які знали, що сталося, знали, що вони вдіяли, що вони скоїли, і зникали з місця скоєння злочину. Це вже відповідальність при такій ситуації. Бувають случаї, і, як говориться, не один, так? Коли з місця преступлення чоловік, ну, убігає, хоче скритися, будемо так прямо говорити, скритися. Хочет. И, может быть, даже другой раз он, так сказать, и себе вредит. Бывает и такое. Может быть и такое. И в то же время здесь есть ответственность оставления человека, как говорится, в таком состоянии, то другая наступает ответственность. Это а какая ответственность? Сейчас у меня нет этой самой, но оставление человека в при такой ситуации влечет ответственность дополнительно, кроме того, что Уголовный кодекс, действующий наш, предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, которые действуют с 1 сентября 2001 года. Это статья 286. Здесь предусматривается наказание за причинение средней тяжести телесных повреждений. Это что такое средняя тяжесть телесных повреждений? Это утрата трудоспособности свыше 21 дня. І наступає відповідальність саме по цій частині. Це зараз треба наголосити для тих людей, які розуміють, що може статися. Так? І якщо вже скоїлась, і якщо ви бачите, що є така ситуація, треба зробити усе для того, щоб допомогти постраждалому, щоб вчасно викликати швидку. І з приводу цього ще хотіла додати. Швидку і ще треба викликати поліцію ось з вашого досвіду, от які дії повинні бути в першу чергу? Це одновременно. І туди сообщається сразу, будемо так говорити. Так? Значить, це, значить, обов'язкове требування. Прийняти міри к, як говориться, спасенню потерпевшого і тому подобне. Так, ну тут значить, можна... Я хотів немножко окончити, зараз, прошу прощення, к средней тяжести телесных повреждений, что я говорил. Так. Здесь наказание предусматривается исправительные работы до 2 лет с удержанием из заработка 20% заработной платы или арест на срок до 6 месяцев или также может быть предусматривается в результате этого нарушения ограничение свободы, ограничение сроком до 3 лет. Это лица находятся в определенных местах и обязательно привлекаются к труду. Это обязательное. А часть вторая этой же статьи предусматривает за, если гибель произошла одного человека или тяжкие телесные повреждения, то здесь ответственность наступает от 3 до 8 лет лишения свободы. Так. И главное еще то, что третья часть – это гибель более одного человека. Предусматривается ответственность уже от 5 до 10 лет лишения свободы. Значит, довольно строгое наказание. Но надо сказать, вообще-то, эта статья, которая предусматривает за нарушение правил дорожного движения, она очень часто и много раз, ну, где-то я смотрел, подсчитывал, где-то около 7 раз изменялась. Поэтому, значит,
в настоящее время именно это действует, самое, так сказать, тяжкое преступление, это часть третья, которая совершается, максимальная ответственность, максимальная, 10 лет лишения свободы. Значит, если мы коснемся, будем говорить, истории, а какая была ответственность до так, этого, до этого, так, немножко интересно сказать, то здесь разница довольно, я не говорю, что правильно, что, так сказать, ужесточать наказание за это, или уменьшать, я этот вопрос не касаюсь. Я просто констатирую, так сказать, факты, которые, так сказать, налицо. Так вот, это в этом случае действовал совсем несколько другой, предусматривающий это гибель, будем говорить, более чем одного человека, то предусматривалось наказание от 3 до 15 лет лишения свободы. Это уже значительно, как говорится, было довольно серьезное покарание. Покарание было от 3 до 15 лет лишения свободы. А як ви думаєте, от пане Альберте, чому змінюється, чому зараз переписується інакше? І що можна ось зараз спрогнозувати, що буде у майбутньому, на ваш погляд? У нас, кстати, ну, ви не раз слышали, как це, і по телевидению, і по радіо, коли говорять депутати наші, що я внес 120 там или 200 изменений в законодательство. У нас какое-то идет соревнование, вы понимаете? Изменять можно даже эту статью, ее можно еще раз изменять, еще раз. И не, это бесконечный процесс, потому что изменение, надо понимать, изменение это имеет начало, есть начало в изменениях, но нет конца. Тут можно, будем говорить, 10, можно сделать 9, 8, можно 11, и кто-то всегда доказывать будет, что это правильно. Нет, лучше 11, а тот второй пройдет время, 12. И вот так можно, это я же еще раз подчеркиваю, это бесконечный процесс. Необходимо для того, чтобы закон, и в том частности уголовный кодекс, был избран правильная, будем так сказать, санкция этой статьи, любой статьи, и этой, и других статей, и, как, и не подвергать ежемесячным или ежегодным, или даже каждые 5 лет изменять, или приходит новая власть, так сказать, она хочет сразу изменить, изменяется у нас, кстати, как правило, это школьное воспитание и уголовные кодексы. И поэтому здесь вот такое много... Пане Альберте, ну якщо повернемось вже до нашої теми, це дорожньо-транспортні пригоди, то коли вже починають викликати автотехнічну експертизу, так? І це саме той компетентний орган, який може з'ясувати, що ж насправді відбулося у цьому місці, так? То ось що саме треба тоді, як треба діяти і постраждалим, і винуватцям у цьому випадку, аби автотехнічна експертиза відображала саме те, що відбулося насправді? Заключення експертизи робиться. Це слідчий проводить. Вот. І, як говориться, во всіх дорожньо-транспортних происшествиях, які повлекли, як говориться, вот я говорив, ответственность уголовную, делается, проводится автотехническая экспертиза. Значит, против экспертизы, в частности, адвокат может выступать, доказывать, что она неправильная. Вот я могу привести такое, написать, ну, не буду говорить конкретно, называть фамилии и это ну, самое дело. Коротко, так, коротко, да. Так я вам скажу, значит, участвовала, но это было давно дело, но тем не менее это 3 эксперта участвовало в деле. Это было крупное дорожно-транспортное происшествие. Еще было это СССР, когда из Москвы присутствовал эксперт, из Киева и из Харьковского научно-исследовательского института имени Бакариуса. 3 эксперта.
И притом сидели, они участвовали не то, что пришли, как бывает часто, угу. посидели час-два и ушли, и продолжается дело без них. Они все время сидели. И вот я подверг сомнению, заключение эксперта как московского, как киевского, так и харьковского. И, конечно, правда, возражение киевский и московский полностью отрицали мою, аргументацию мою. А вот харьковский эксперт сказал так, прямо и говорил, я несколько, так сказать, разделяю мнение адвоката. И представьте себе, дело ушло уже опять на комплексную экспертизу, ну и там уже решилось дело, одно, не будем говорить. Все одно значит, впливає результат, все одно в будь-якому випадку експерти, вони повинні з'ясувати, що ж насправді відбулося. Безусловно, это влияет, это один из самых, это из самых основных документов уголовного дела, которое обосновывает, доказывает вину. Пане Альберте, я вам дуже дякую, що ми сьогодні поговорили. Ця тема насправді така, що можна говорити довго, можна багато з'ясовувати усього. Але от що хочеться сказати наостанок, треба бути обачними і обережними, в першу чергу. Так? І треба розуміти, що ми, сідаючи за кермо, ми відповідаємо за життя тих людей, які поблизу знаходяться, які ходять по вулиці, які теж їздять іншими транспортними засобами. І, звичайно, дуже хочеться, щоб ми усі були уважними і обережними. И я, так. если можно, ну, кажется, полминуты, я хотел сказать, если вот кодекс 1961 года, так вот часть первая предусматривала ответственность за нарушение правил дорожного движения, даже если могло повлечь какой-то несчастный случай. Могло, вы представляете, могло повлечь. Угу. То есть еще не наступило, никакое не наступило это каких-то последствий, но могло повлечь. И ответственность, но правда, по этой статье предусматривалось привлекать только после, когда уже человек этот был однажды привлечен к административной ответственности. И представьте себе, ну сейчас этого, я подчеркиваю, сейчас этого нет, а раньше это предусматривалось. Хотя всего общая, самая суровая мера наказания этого кодекса 61 года была не 15 лет, а всего лишь 10 лет лишения свободы. А тем не менее, вот такая разница между, я к чему это привожу, что разница между уголовными кодексами действующим и каким-то даже старым. Ну що ж, дякую вам за ці історичні відомості, за те, що ми дізналися, як було колись. А насправді хочеться, щоб все було добре і щоб ми почувалися на дорогах спокійно, врівноважено, щоб не було таких підстав, які потім дають людині таку можливість нервуватися і хвилюватися, переживати за усіх решта. Так, справді хочеться, щоб і водії себе комфортно, вільно почували, і пасажири, і пішоходи, і щоб все було добре на наших дорогах. Дякую вам, пане Альберте, приходьте до нас ще, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.